Надо сейчас раскачать людей после обеда. После обеда раскачать людей гуманно. Это задача. Вы не должны этим заниматься. Это бизнес-цель. Парни, я уже люблю. Давайте. Поскольку у вас сегодня начинается? Добрый день. Здравствуйте. И здорово, что кто-то сегодня на обед. Вот как ваша тема хорошо сегодня справилась. Есть тема, о которой можно поговорить. Почти совсем не спорю. Да. Вот тот человек, который нижнюю букву, да? А та штука, которая в другом нижнем углу, это место, где я работаю. Соответственно, есть у нас следующая тема взаимодействия с заявлением, которая репрезентует на тему оригинальности, а также, возможно, я рискую закончить свое выступление в ранге капитана. Но в целом есть несколько полезных тезисов, которые хорошо бы еще раз рассказать, а заодно послушать, ибо обсуждение началось уже сейчас в столовой во время обеда, как же правильно жить, чтобы все было хорошо. Зады вас тоже послушать. Так что просто отсидеть не получится, просто спать я не могу. Можно спать. Получается. Это как раз вопрос о том, кто дизайнер, а кто программист. По-моему, очень много получилось. Неправда. Я дизайнер, я с бородой. Я программист, я побрился, но у меня правда не есть, я на сайте познаю. Соответственно, два мира выглядят несколько отдаленно друг от друга, но нас объединяет минимум то, что у нас у всех есть джинсы. И это уже здорово. Национальная музыка – это джинсы. В чем есть первая проблема? Это общее понимание того, что вы вообще сейчас делаете. С этим мы столкнулись у себя на работе, причем пока еще победоносно дракон и не извергнут куда-нибудь в вулкан славы. Но тем не менее, в чем беда? Беда в том, что если у вас есть какая-то задача, то далеко не факт, что эту задачу люди понимают одинаково. В частности, далеко не факт, что это так. Особенно в том случае, если у вас люди задействованы сразу в нескольких проектах, что, в общем, тоже не редко. Соответственно, фокус номер раз – это добиться того, чтобы, по крайней мере, те, кто на данном этапе будут что-то делать, вот прямо сейчас, да, не обязательно на протяжении всего проекта, но тем не менее, в ближайшее, в будущее, на первом шаге, они должны точно представлять, что делают первые, что делают вторые, что кому нужно. Что касается общего плана, то здесь, по-моему, совершенно без вариантов. Вам решительно нужно, чтобы все те, кто касается этого проекта прямо или косвенно, должны были, по крайней мере, более или менее сносно отвечать на вопрос, что это за штуковина и для кого она делается. А то получится примерно как с вопросом, что такое сколько. 15% людей могут твердо ответить, что это такое, то это будет цифра нормальная. Соседство. Хорошо, если оно получается добрым. Но в целом, как оно выходит на практике, на всякий случай идем вперед, прежде чем прийти сюда, я успел встретиться с Андреем Лоджи, с Раулом Сием, председателем поколения, немножко помочь другу Павлову, Елизавете Лау, и побывать в гостях у софт-фасада, чтобы выяснить, как, собственно, все это делают они, и что у них от этого получается. Так вот, несмотря на то, что прямо в больших компаниях там какие-то свои прибамбасы, да, в компаниях не очень больших, все, которые я перечислил, да, дизайнеры бывают, штатные бывают удаленные, и требования к взаимодействию это тоже совершенно разные. Зато довольно помогли. Классно, когда они сидят в соседних комнатах, или даже лучше в одной комнате, на себе прилегают. Я буду перегнуться через перегородку, приходить к нему и сказать, что ж ты делаешь, да? Все неправильно, все плохо, и рассказать в конце концов, что нужно. С другой стороны, то же самое может он прийти, опереться в монитор и сказать, что все неправильно. Ты же весь красивый дизайн испоганил, но сейчас все не работает. И уже нельзя убедить в том, что мы сейчас подожди, забавный кусочек, сейчас все соберу, и все будет классно. Когда люди находятся в соседней комнате или вообще в одной комнате, это здорово. Когда они находятся удаленно, возникает гораздо больше проблем. Заменить их, как бы искать, жить долго, что-либо еще.
Даже если вы соберете потом интерактивную модель, которая может быть даже покупатель, то, скорее всего, все равно ничего не получится. А потому вам нужен минимум какой-то способ, чтобы общаться. Значит, скайп, он бесконечно прекрасен, по-моему, является инструментом по умолчанию для большинства текущих компаний. Но скайп с голосом, с кодированием, с говорящим информатором, это здорово, но не всегда хорошо. Особенно, когда засел какую-нибудь глубокую мысль, неважно, со стороны дизайнера, со стороны программиста, тут он начинает звонить, пробуя определить, не важно что-нибудь, не важно. Это проблема. Тут, правда, на помощь приходит технология ведения всех этих веществ. Скрам и джайл, которые должны как-то систематизировать, тем не менее, если есть рабочий вопрос, то даже как-то решить, что же делать. То есть, по возможности, хорошо бы посадить этих товарищей в одну комнату, хотя бы на каких-то важных этапах, если не получается совсем вместе. Но позвать, заставить, садить, можно себе приковать. Фокус номер два. Они как-то должны меняться тем, что у них там наработалось. Причем со стороны дизайнера очевидно, да, должны быть какие-то графические выходные данные, со стороны программиста должен быть отчет перед дизайнером, что он там не делает. Ну, должен или не должен там, в каждой компании там, свои процессы. Это вообще большая проблема, потому что как я ехал сюда и думаю, господи, как же можно рассказывать про что-то, в чем отчет формализации, какой конкретный конечный логик, который можно проверить и так далее. А что один очень глупый человек сказал, ну, добро пожаловать в гуманитарных наук. Итого. Ну, с дропбоксом из всего альтернативного в виде там супердрайв, все знакомы. Вариант, в общем, неплохой, если там никакого сверхнетивного отдельной информации нет, и давать это в скайпе тоже бессмысленно, вполне годится. Хотя мы еще привлекли обычные молчание сервисы сохранения картинок. Таким образом, чтобы дизайнер мог поставить себе какой-нибудь плагин для макрос, нажать на одну единственную кнопочку, его текущий PSD-файл сразу же ушел туда на сервер. Я мог бы оттуда посмотреть. Получается значительно быстрее, чем любой экспорт, потом какое-то там наименование, передача его на Skype, потом я его должен получить, да, то есть на Skype автоматическую сборку, запустить, проверить, то ли это действительно, потом я его обязательно забуду, какой-нибудь момент, когда файл будет 10, я открою тот файл, и посмотрите, понятно, без предела. Сценарий. Вот это действительно, наверное, самая удачная находка, которую мы сделали, потому что, очевидно, она существовала для нас, но вот самое полезное, что получается, это описывать все не в виде каких-то конечных формализованных документов, а в виде сценариев. Пользовательского поведения, причем со стороны дизайнера, который был в Америке, он присылал нам эти сценарии в виде скрипта. Получается довольно полезно. То есть я получаю файлик, запускаю, смотрю, что он там сделал. Причем я смотрю не только графику, которая там есть, я смотрю, что он хотел непосредственно эти передать. Куда двигать? Он же голосом что-то комментирует. И в случае, как раз если мы сидим удаленно, то это получается очень неплохая замена. По крайней мере, до следующего раза, пока я реализую то, что я сделал, мы можем перед ним отчитаться. Карта экрана. Ну, это совершенно важнейшая штука. Обязательно все непременно напечатать все экранчики, которые есть, развесить их вокруг себя и постичь самые главные цели. Во-первых, можно сделать фотографию, потом показывать ее своим друзьям, и посмотрите, какая у меня интенсивная работа, как много на вокруг картинок. Во-вторых, можно погрузиться во все это, постоянно наблюдая и само удовлетворяться так. Видишь, процесс идет, все здорово. В-третьих, если все-таки занятой дизайнер, смотрите, что же вы делаете, если ваши не изучают, то все здорово. Ну, а если серьезно, то единственное, для чего вам подходит карта экрана, печатная, подвешенная, имеется в виду, связанная с дизайнером программист, по-моему, она существует только ради одного единственного момента, когда вы можете действительно пропустить какую-то штуку. Обойти ее вполне получается, если использовать кастер, который есть, да, либо что-то еще. То есть, когда у него у вас подвешенная, есть какая-то затычка, которая, я даже не знаю, даже не осознается вами до конца. И очень понятно, что с ней делать, но есть вероятность, что вы посмотрите на эту схему и поймете, что же конкретно здесь должно происходить. Вот это
одного единственного монета, что-то можно развесить. Как это мне все просили. Я это у вас в офисе могу с точками, а хотите на проект какое-то разнообразие. Вот, собственно, видеосценарий, как я сказал. Ну, для Маха, в общем, те инструменты, которые я сам использовал, это Spring Flick, для того, чтобы все это дело записать. И даже рассчитывал, что если вы привлекаете, собственно, записываясь тоже с помощью Spring Flick, ну, у всех работает, да, там инструменты приблизительно одинаковые, настраиваются, чего сохранять, какое-то конкретное окошко, там весь экран, на нем вы следите курсором мышки, вы делаете эти подсветочки, кружочки подавайте вот этот курсор, там, если вы нажатие или что-то подойдет, то потом, соответственно, то есть нужно как-то пожать, потому что в грубом они как-то не так комфортно. Как-то пожимается, вот, например, тут еще прям проект. И дальше уже отдается. Что, в общем, скорее всего, экономит там много всего с нервами. Наверное, глядя, если не останавливаюсь, то крайне медленно. Не надо не файлов, это беда. Беда, по крайней мере, если о ней заранее не договориться. Как, в общем, обо всем другом. Потому что если пробовать упустить этот простейший момент, то, скорее всего, вы получите под дизайнером набор картинок, который он считает правильным. А сами вы себя будете использовать в проекте своими. Причем я для выбора почти не пишу, в отличие от всех иных в нашей спринге, я пишу для мобильных. Мне, конечно, гораздо проще получить файлы сразу в том виде, в котором они есть, где могут спокойно скопировать, и лучше ничего не менять. Соответственно, если вдруг вы пропустили эту штуку, то прошу вас сразу после первой же итерации, когда вы получите эту пачку нарисованных файлов с непонятными именами. Ну, понятно, бросить, кто будет переименовывать эти нарисованные файлы. Запустите, не знаю, какой-нибудь скрипт, если он у вас найдется. Ну, во всяком случае, надо как-то этот вопрос решить. Простой диалог – самый действенный способ. Договоритесь, что вы как хотите, в какой структуре и как вызываете. Причем это касается не только рабочих файлов, которые непосредственно задействованы в проекте, это касается и всех файлов, которые вам просто передают. Потому что иначе обязательно получите каждый взять, где вы сомневаетесь. Любой сбой соответствует своим исключительным функционалам, что, собственно, и делает его опасным. Если сбился и знаешь, где сбился, это не проблема. Если сбился непонятно что, то это действительно проблема. Что касается именования файлов, то вот больной вопрос, который уж очень занимал. Но там, конечно, проблема не только в именовании файлов, а проблема еще вообще в хороших манерах, в том, как можно все это аппаратно сделать. Сейчас я попробую тут интернетовую доработку. Загрузить ilove.bsd.ru. Совершенно прекрасная подборка того, как нужно все это делать. Если нужен лучший интернет, я знаю, как это сделать. Ну, не то, что прям совсем нужен, но было бы хорошо. У тебя есть? О, есть все, контакт. Это, наверное, просто все те люди, которые сидят с раскрытыми ноутбуками, но они не живут интернет. Но все это была большая загадка, если приходят, бывают ноутбуки, что они с ними делают. Я попустил себе, как была персональная трансляция. Это было бы так. Пересказывать я вам не буду, ссылочку там, соответственно, легко запоминает презентацию все равно, потом организатор выкладывает на сайт. Но здесь собраны все те золотые правила, после которых хочется блаженно улыбаться и ужасаться тому, что кто-то не придумал этого раньше. Возвращаемся. Так. Массовое обновление. Это как раз следствие именования файлов и организации всей структуры, которая там есть. Потому что когда вам нужно заменить какую-нибудь пару иконок, ну пусть даже пару десятков иконок, ну это не штука, в конце концов берете, переносите все это. И ладно. А когда вам нужно планомерно обновлять раз за разом с какой-то периодичностью все эти файлы, которые присылаются, причем неважно, сохраняется там структура и все остальное, или она каждый раз заново, каждый раз, конечно, в случае, или она все-таки меняется, то хорошо бы иметь какой-то способ, как бы все это массово себе сделать. Не обязательно какой-нибудь замысловатый. Вполне хватит какого-нибудь
командного файлика, который просто будет перемещать файлы из макета по кубе и распределять их, что и как. Ну, соответствующие правилами, там, или принять решение, потому что вряд ли вы сюда сможете все учесть. Что касается дальнейшего, тактико-технические характеристики, без которых жить крайне сложно. Это пока все, что вот было, да, но такое вот со стороны дизайнера и программиста и с претензией диалога, который должен идти. Экранное расширение, тут диалог несколько смещается, хотя может это и не очень важно. Во всяком случае, вот вам такой пример. Приходит дизайнер, и он прекрасно умеет рисовать макеты для моего. Но он еще не успел поделать приложение для мобильников. И не очень себе представляет, что это, ну как. Нет, ну, конечно, как правильно дизайнер правильный iPhone. И он уже даже знает, почему что-то как делать. Но конкретных тонкостей он не знает. Ну, в частности, отличие разрешения и что с этим может быть, ведь если это могут быть проблемы. Совершенно не важно, чья это задача, задача менеджера, программиста или чья-то еще, важен факт того, что кто-то обязательно расскажет, какие есть технические требования к тому, что дизайнер должен рисовать. Как без этого жить, тоже совершенно с трудом представляю. Если эта вещь будет запускаться на разных устройствах, на разных экранах, то список. Какие разрешения, какие устройства, какая глубина света и так далее. Все подряд. Можно как-то отсортировать, выбирать, чтобы каша не получилась. Но в целом, либо вы что-то потеряете, да, либо дизайнер что-то потеряете, попробуйте учесть. Внимание, вопрос к залу. Вот есть такая картинка. В чем беда? Ну, картинки самой не придирайтесь. Нет, на самом деле, здесь вполне можно уловить, что хотел сделать дизайнер и что пришлось делать программисту, в чем конкретно ужас. Нет, я прекрасно понял, да, действительно, дизайн Dart с функцией, он запущен на iPhone, так а чувство прижить можно. Есть еще какие-нибудь классные аргументы? Я почему не скопирую? Это было ну, тут масштабировать особо нечего. То есть оно не скроется, оно статичное, увеличивать по пальцам ничего нельзя. Это не есть штука. А с масштабированием что вы имели в виду? Дайте с микрофоном подойду, то тихо и ничего не слышно. А да? Вопрос. О, да. А почему? Да нет, я все же фокус не в этом. Фокус был в том, что когда дизайнеру сказали расширение экрана 320x480, он очень честно рисовал картинку 320x480. Но 20 пикселей эту планку он никак не учитывал. 480 замечательно делится на 3. Получается 160. Зато 460 очень плохо делится на 3. И приходится как-то изгаляться друг не удаляя. В результате это на самом деле картинки не идеальны, ровные. Все-таки кое-что приходится нарушить. Нет, ну это понятно. Но тем не менее, если бы дизайнер мог предупредить заранее, вот такими вот тонкостями, он бы наверняка справился. Или, по крайней мере, предложил бы какую-нибудь такую штуку. Как все это красиво выглядит? Может быть, у него были какие-то свои мысли на тему того, что там центральные картинки должны быть чуть больше, по крайней мере, чуть меньше, или что еще. Но тем не менее, вот такой косяк исполнили реально. Дальше идем. Ужимая все тактико-технические характеристики, один слайд долго распыляться. По поводу скорости. Значит, я не думал, что такое возможно, но нет, это возможно. Была попытка положить iPhone график. То есть обычная статическая графика, которая там вообще никакой анимации, никаких там 3D, никаких компостов, вы понимаете. А просто, например, там экранчик там скроллился по критике людей, социальная штука. И оно действительно не вмещалось. Потому что количество элементов, которые там были расположены, оно было просто колоссальное. Кстати, конечно, все это пришлось упрощать и переделывать. Поэтому то же самое, да, несмотря на то, что там, не знаю, дизайнеру вряд ли пригодится, поскольку мегабайт памяти свободных по айфонам приложений, и вообще проблема программиста решать, как он там все это жмет и сделает это хорошо. Но все-таки вот нашелся предельный случай, когда как
это реализовывать технически, было совершенно непонятно. Единственное, что пришлось делать, это как миниатюры. Фокус номер два. Специфика платформы идет интерфейс гайдлайн. Тоже случай жизни. Дизайнер отсутствует в контакте, физически как явление. Он понятия не имеет, что там творится, как им пользоваться, и всех его избегает. Вот на Фейсбуке есть, а в контакте нет. Сейчас плохо это делать. Но в контакте меня нет, в Фейсбуке есть. Соответственно, он не знает, какие там цвета, там что-то еще. Это ладно, зарегистрируется в конце концов какими-нибудь там фейковым аккаунтом и посмотрим. Но нужно провести там еще какое-то время, чтобы понять какие-то тонкости поведения, какая есть аудитория, что вообще там вытворяется. Это касается, разумеется, не только контакта вообще, любой платформы. Если этого не знать, то тут начинаются большие проблемы. Ну или как уж вам повезет. Вот в частности, даю табличку, обычную табличку. И говорю, что ну вот как хорошо, вот так хорошо, но совершенно непонятно, что в каждой ячейке таблички можно нажимать. Он непонятно. Меня это вполне. Я знаю, что вот табличка на фоне вполне нажимать. Как-то с этим нужно жить. Возьмите комментарии. Шрифты. Это тоже отдельная беда, потому что, ну, для веба-то ладно, можно придумать какую-нибудь картинку. Да, в общем-то, и для веба-то тоже ладно. Можно использовать сколько угодно кастомные шрифты в айфоне. Это тоже умеем делать, а как еще раз на всякий случай повторюсь, моя личная позиция в том, чтобы дизайнер сделал хороший дизайн, а дальше просто программист научился. А на всякий случай защиту программиста я сам из программиста. Картинки и иконки. То же самое, специфичнее, что и как. Иконки для айфона, особенно там, с крупными экранами, с автоматическими бликами, которые можно отключать, можно не отключать. Вот обо всем этом кто-то должен рассказать. Опять же, неважно кто, но это все должно быть как-то учтено. В частности, была задача перевести быстренько приложение с айфона на Android. Все перекинули, все нормально, здорово, а иконки без вступления. Потому что в айфоне они должны было добавлены автоматически, но вроде себе такого нет. Нужно было быстро переделать, это все не слишком долго, не слишком сложно. Если эти мелочи накопятся, может идти плохо. Цвета. Это моя любимая штука. Сейчас меня дойдет. Значит, единственный кусочек кода, по-моему, в этой презентации, который позволяет абсолютно точно вывести те шрифты, которые у вас доступны на айфоне. Именно по семействам и по конкретным шрифтам. Надеюсь, никто не будет его переписывать сейчас. Хорошо. Есть ресурсы в интернете, которые коллекционируют, там, iPhone, fontlist.com и так далее, которые там выкладывают их, я их не верю. Не потому, что я занимаюсь тем, что делали эти люди, а потому что вот, пожалуйста, у вас есть конкретный скрипт, вы его запускаете, оно вам спокойно выводит все, что там у вас есть, на конкретной прошивке. И вот это вам точная гарантия того, что вы действительно будет данные никак не другого. Распечатываете, носите дизайнеру, предъявляете ей приходите к стяночке, и все. И на этом, по крайней мере, часть проблем должна решиться. Ну или не проблема, а проблема выбора. А по крайней мере, будет точно знать, что вот, какие штуки у него есть в свободном доступе, да, а все, что сверху, это придется как-то учитывать. Картинки. Вот уж тоже, опять не думаю, что это прям совсем большая проблема, да? На самом деле, не ленивые товарищи, по крайней мере, с теми, с которыми я работаю, если попросишь их сделать разные наборы кода для айфона, получается, очень даже и немало, то он сделает. Но в целом, если нужно провести какой-нибудь тест, то полно всяких утилит, бесплатно в том числе, которые эти тесты сделают за вас гораздо быстрее. Кидаете картинку в iPhone FI, он ее выдает разными размерами, ее используете для теста, смотрите, как она выглядит, дизайнеру показываете, говорите, ну да, хорошо. Это можно оставить подровняем, таким образом сэкономить пару рабочих часов наверняка. А ретина, соответственно, делает несложные вещи, она из ретиновского разрешения как-то в два раза лучше. Незаменимая штука и одна из моих любимых. Это Little Picker, пусть у него будет своя личная минута славы. Позволяет интегрироваться в системе анализ цвета и выдавать вам цвета не только в 16-ричном виде, но сразу видеть в iColor или MS-Color. Ну, с возможностью там копировать с объявлениями, там, с чем-то еще. Как жить без рисунки, я, правда, себе все долго представляю, потому что каждый раз выполнять там деление 55 штук, выполнить 50 цветов в коде, это как-то не здорово. Раз, все готово. Объективный UI.
Какие есть штуковины, которые я успел найти, и что это успели потестить? Бумажные заготовки, я взял одну, даже, по-моему, больше. Выглядит примерно так. Обычная распечатка, на ней ручкой, руками, где я рисовал. Делайте какой-то вопрос в интерфейсе. Получается значительно быстрее, если вы нужно действительно сделать быстро, чем запуск любой программы. Трафаретки. Ну, кидать, по-моему, мы уже успели скопировать, да, вообще по умолчанию выпустили трафаретки для айфонов, которые содержали все элементы, прямо как на офицерской линейке. Обводите ручкой, получается элемент. Интерфейс. Вот, экономлю всем $10. Не ставьте себе эту штуку. Программа для айфона, которая позволяет делать динамические прототипы интерфейса прямо на айфоне. Очень удобно. Ну, бальзамик мозга, среди всех, которые знают. И Adobe, весь спектр. Причем среди опрашиваемых компаний и людей там встречались самые разные решения, причем каждый из них считал, что есть доводы за, есть доводы против. Я туда не лезу, я в этом почти ничего не понимаю. Но во всяком случае есть здесь набор. У нас есть минимум один дизайнер, который точно может комментировать, что именно из Adobe использовать. А Xcode еще забыли. Вариант. Только не Xcode, а скорее интерфейс будет. Ну, сейчас он встроен в Xcode. А реквизит еще не было. Ну ладно. Да, Айзотоба, раз уж задали вопрос, в принципе, Photoshop, ну, то есть кто-то любит там, иллюстратор, Photoshop. Иллюстратор, иллюстратор, индизин, Fireworks, кто что делает. По поводу интернет-билдера, это очень точно. Чего я бы сюда не писал, сам не знаю. Был на пункте. Собственно, один из самых простых способов сделать интерфейс, когда у вас уже есть все готовые компоненты, просто берете и делаете его. В интернет-билдере раскрываете компоненты так, как это делали когда-то. 5 минут меня не вместе, но оставшиеся 5 минут мы на ней стратить, конечно, не будем, но все. Дизайн побольше невыносимая, гадкая штука. Значит, если кто-то, неважно в каком там отношении, дизайнер-программист, дизайнер-заказчик или что-то еще, посылает вам дизайн побольше, пишите пропало. Потому что дальше все начнет переписка на 100-500 писем о том, почему это плохо или хорошо. Достаточно один раз собраться и действительно все это обсудить. Потому что, скорее всего, вы почти не сможете объяснить всего того, всех тех решений, которые вы видели. А вживую играть их основу. Уже неоднократно проверял на практике, что если ты вот говоришь, что присылаешь макет, тебе говорят, нет, это плохо. Встречаешься вживую, начинаешь объяснять, почему это так. Вы же, о, это так уж и плохо. Это не то, это тоже не то, а вот динамический мотив. Экономил тоже вам примерно 6 часов. Сходил на семинар, вы наши. Ребята сделали там инструмент, они далеко не первые, которые представляют собой инструмент динамического прототипирования. Если кратко и технично, у них программа на деле, соответственно, они поддерживают переключение look and feel JavaScript стандарта, которая позволяет делать очень сложные интерфейсы. Они говорят, что это хорошо и правильно, что заниматься этим должен какой-то менеджер выдавать эти интерфейсы. Почему это так, я не понял. Я очень внимательно их расспрашивал, честное слово. Что порог вхождения в эту программу исчисляется часами, дальше будет только счастье. Честно, я правда не понял главного. Когда создается такой прототип, там в конце нет никакого экспорта, какого-нибудь файла XML с интерфейсом конечным. То есть, по сути, вы действительно проделаете двойную работу. Вы один раз сделали этот интерфейс, его согласовали что-то еще, навешали на него каких-то приковых обработчиков, каких-то заглушек и так далее, а потом вам придется сделать это еще раз заново. Вот если у них появится экспорт в хотя бы что-нибудь, не знаю, в шарповский файл, в интерфейс билдерский файл, вот тогда это к этому можно будет вернуться. А сейчас я решительно против подвигаю. Это в поддержку этих ребят из боевой машины. Случайно писал свой корпус, он испортился. А их визитка при такой же стильке осталась жива. Чем они покрывали эту визитку, я боюсь спросить. Универсальный солдат. Самое классное взаимодействие, когда взаимодействия нет. Нет взаимодействия, нет проблем. Я знаю минимум одного такого человека. Некоторый Глеб Калинин в здравом сей представляет собой живую, довольно редкую штуку. Он умеет вот примерно все это довольно хорошо. В частности, там кто-то спрашивал в столовой про то, там, делать прототипы, не делать. Глеб делает в следующей форме. То есть с плейсхолдерами, с картиночками, с тем, как это все должно быть. Структуру нужно уметь, механично уметь. Софт-фасад. Сходил к ребятам в гости, потому что уж очень впечатлился их работой для японских приложений. Там
вообще прекрасно совершенно сделал дизайн. Вот, например, вот так. Выглядит весьма впечатляюще, и заодно на этом примере скажу про некоторую тенденцию. Все, видимо, надоели отнести стандартный контроллер, или каждое приложение маленькое или большое, стремится к тому, чтобы сделать максимально нестандартный интерфейс. При этом, например, подобного поведения вы можете легко найти в любом приложении в App Store, примеры хороших гораздо меньше. Они использовали обычный контроллер, они не нарушали их логику, вот что самое важное. То, что они кастомизировали, это выглядит, наоборот, очень приятно. Самое правильное во всем этом, потому что они действительно нигде не нарушили логику App Store. Вот это вот это действительно достижение. А это то же самое для Android. Это достижение номер два. Потому что японское андроидское приложение выглядит более чем хорошо. Если кому интересно, то я специально у них списал, сколько времени у них ушло конкретно на сайт, на иконки, на приложение и как они решили проблему конвейера. Как одновременно занимать дизайнеров и программистов, это создается такая штуковина. Это те инструменты, которыми они используются. Они, в общем, видимо, не нуждаются в этих комментариях, кроме вон того последнего, который называется Flow. Любопытная штуковина, я зарегистрировался у них из недели в реальный период, она представляет из собой что-то вроде еще одного бэкстемпа, только позволяет гораздо быстрее рассылать уведомления людям на самые разные платформы. Чего в ней нет, это в ней нет учета времени вообще никакого. И они даже не собираются его добавить на какой-то ближайший релизе. Вопрос висит на форуме, как же учитывать время никак. Чтобы вообще не подразумевать, что время будет учитываться. Рецепт от Unreal Motor. Фокус номер раз, да? Пара проверенных модерных дизайнеров, как они работают. Фокус номер два – это весь пакет 37 сигналов. Фокус номер три – это вера в свое дело. Вот так, на всякий случай, такая ремарка в истории, когда Unreal Motor начиналась, у них был телегид, и больше не было никаких заказов. Причем телегид делался своими собственными силами. Как можете видеть там, по рекламе Альфа-банка и всего остального, вера в свое дело сделала, в основном дело. Рецепт от DevPocket. Самый классный рецепт. Работать. DevPocket — это те ребята, которые сделали приложение Rustbill и The Roots для iPhone. Тоже очень технично. У них дизайнеры и программисты сидят вместе. Весь процесс, не только дизайнеров и программистов, но вообще там всего с заказчиками, я нашел классное описание на LinkedIn.io по ссылке. Очень подробно и очень длинно. Но по делу. Мотиватор. Не поленюсь, открою. Правда. Не русскую версию, надеюсь? Нет, английскую. Русская просто не очень цензурная, мне ответственно. Ну, английская на самом деле тоже, но очень уже закончил. В общем, это примерно совпадает с способами, которые предложили для Фокет работать. И меньше отвлекаться на всякую ерунду. Эта фотография была сделана вчера у одного из бизнесов центров Петербурга. Куча-куча коробок от компьютеров. В каком количестве это вообще страшно? Собственно, все эти компьютеры должны нам напомнить о том, что компьютеры у нас есть, инструменты есть, программы есть, человеческое общение не нужно. Поэтому, если вы хотите решить проблему взаимодействия, попробуйте поговорить с тем, с кем у вас проблема взаимодействия. Скорее всего, все решится. Все, спасибо. Проблемы взаимодействия между программистами. Они все решились. Сейчас помогут.
Даже Кашпировский так умеет. Ну и хорошо. Скажите спасибо еще раз.